Здравствуйте, дорогие мои. Это канал «Заметки нумизмата». Меня зовут Сергей Юрьевич, и у меня в гостях Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич обычно нам рассказывает про монеты периода правления Николая II, которые были изготовлены из золота и из серебра. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Прошу вас. Рад вас тоже приветствовать. Давайте сегодня поговорим о некоторых монетах. Уважаемые зрители, давайте сегодня начнем наш разговор. Я расскажу о монете, которая большинству нумизматов знакома и, тем не менее, имеет и определенные секреты. О них мы сегодня поговорим. Монета – это рубль 1913 года, посвященная 300-летию дома Романовых. Часто ее так называют – 300 лет Романовых. Просто, коротко, понятно сразу, о чем идет речь. Ясно, что эта монета выпущена к знаменательной дате, связанной с 300-летием семьи, которая праздновалась, соответственно, в 1913 году. Изображены на ней два государя-императора. Первый царь династии Романовых Михаил Федорович и официальный последний император Николай Александрович II. Это самая массовая памятная монета Российской империи, выпущенная тиражом около 1,5 миллионов экземпляров, возможно, больше. И в связи с тем, что монет этих было много, большое количество, в хорошем состоянии дожило до революционных событий, пережило их, хранилось в семьях, а иногда и закапывалось как клады, много их дошло до наших дней и является в наши дни желаемым вполне приобретением во многих коллекциях. Когда нумизматы доходят до приобретения серебряных монет Николая II и задают характерный вопрос: а как бы мне купить красивый рубль? Я обычно всегда на этот вопрос отвечаю очень просто. Хочешь красивый, первый твой рубль будет рубль либо 1912 года. Большое количество этих рублей также сохранилось в хорошем состоянии. Возможно, об этом будет отдельный наш рассказ, почему так произошло именно с 1912 годом. Или другой вариант, и может быть даже лучший, это памятная монета 300 лет Романовых 13 года. Ну и всем известно, наверное, также из тех, кто собирает памятные монеты, что выпускалась данная монета в двух вариантах, в двух версиях, так называемые плоские и выпуклые чеканы. И в данном случае они у нас представлены, выпуклые и плоские. Для многих является странным, что в период расцвета технологий полированных монет, или как их называют иногда, пруф-монет, данная памятная монета в качестве пруф выпущена не была, или во всяком случае такие экземпляры нам неизвестны. Но, наверное, это связано с назначением данного памятного рубля. Он и чеканился для популяризации семьи Романовых. Предполагалось, что монета будет ходить, находиться в обращении долгое время, и тем самым лики государей первого и правящего на момент чеканки будут всегда перед глазами пользователей в Российской империи, да и за ее пределами. Поэтому специальная монета в лучшем качестве, возможно, и не требуется. Задача, подчеркиваю, именно популяризация, ну а современным языком говоря, реклама. Тем не менее, все же два варианта были выпущены. И вот об этом давайте поговорим поподробнее. Основной тираж, почти все 1,5 миллиона штук, выпущены в так называемом выпуклом чекане. На данных монетах хорошо выраженный, высоко приподнятый рельеф портретов обоих императоров. Сторона орловая особо не отличается, поэтому основное внимание, конечно, уделяется в первую очередь именно портретам. И очень небольшим тиражом, официально заявленным как 50 примерно тысяч экземпляров, выпущена монета плоского чекана, где портреты невысокие, невысокого рельефа. И вот по наиболее распространенной версии именно плоский вариант монеты был предназначен для нужд коллекционеров. Таким образом, плоский, скорее всего, распространялся через существовавшие тогда системы распределения для коллекционеров и попал сразу в коллекции, а выпуклый как раз активно находился в обращении. Высокий рельеф позволял как можно дольше сохранять изображение на монете и популяризировать семью Романовых, для чего монета и была
создана. Тем не менее, в наши дни, и многие это отмечают, выпуклые и плоские варианты встречаются почти одинаково часто. С чем это может быть связано? Ну, во-первых, опять же, с их назначением. Подчеркиваю, что плоские, скорее всего, выпускались целенаправленно для коллекционеров, хранились в коллекциях, и многие так и же дожили до наших дней, просто не были активны в обращении и сохранились. Выпуклые же, напротив, активно обращались, их большое количество встречается в сильно изношенном состоянии, потертом, тем не менее, все же до революционных событий оставалось не так много времени, всего 4 года, и определенное количество этих монет дожило до наших дней, поэтому можно сказать, что сегодня плоские, хранившиеся в коллекциях, и выпуклые, тоже попавшие в коллекции или домашние заначки, в хорошем состоянии встречаются примерно одинаково. Но, возможно, и другая версия. Известно точно, что в конце 1917-го, в начале 1918 года Санкт-Петербургский монетный двор осуществлял дочеканку монет всех номиналов. Производилась эта дочеканка, ну, опять же, по разным версиям и по разным документальным свидетельствам, для оплаты нижних чинов на фронтах. А напоминаю, что фронт Первой мировой войны тогда находился в очень тяжелом состоянии, наблюдались и дезертирство, и революционная пропаганда, сводившаяся зачастую к перемириям, к братаниям на фронте. И вот дисциплина часто держалась именно на младших командирах. Для поддержания дисциплины хотя бы в их рядах и было принято решение начеканить монеты для оплаты нижних чинов твердой монетой, в частности серебряными монетами. Какие именно инструменты были для этого использованы, мы не знаем, так как, естественно, никаких имперских монет больших номиналов с датой 1917 года неизвестно. Но известно, что чеканились и рубли, и полтинники. И вот, возможно, в их числе были также отчеканены и так называемые плоские варианты монеты 300 лет, так как оригинальный тираж составлял всего 50 тысяч, инструменты, приготовленные для чеканки, не были изношены, и из них вполне можно было дочеканить некоторый тираж. К тому же, опять же, важно сказать, что несмотря на версию официальную о том, что плоский вариант монеты предназначен для нужд коллекционеров, некоторое количество монет имеет характерные следы почистки инструментов, шлифовки, то есть подготовки к повторной чеканке. И это подтверждает возможную версию о дочеканке монет в 1917-18 году. Именно поэтому, возможно, плоские выпуклые в наши дни, как я уже сказал раньше, встречаются примерно одинаково часто или одинаково редко, это уже как вам удобно. И повторюсь, что именно рубль 300 лет Романовых часто является первым рублем, первым красивым рублем времени правления Николая II, который коллекционеры кладут в свои коллекции. Но, наверное, я бы вам не рассказывал все это сегодня, если бы несколько лет назад не был бы выявлен новый интересный разновид. Но чаще всего среди нумизматов он называется размытым. Долгое время этот так называемый размытый вариант в основном рассматривали как тот же самый плоский, но все же отличия есть. И те, кто привык внимательно монеты разглядывать, в том числе специалисты по разновидам русских монет, увидели явные различия. Ну, тут их достаточно много. Другая форма креста на шапке Мономаху у Михаила Федоровича, немножечко другой узор ободка, идущий от одной фигуры до другой, другая, совершенно прямая линия нижнего отчерка под портретами, замыкающими их. Ну и, наконец, такая, наверное, важная черта, на которую, кстати, обратили внимание даже буквально совсем недавно. Зрачки в глазах обоих государей, и Михаила Федоровича, и Николая Александровича Романовых. Поэтому иногда этот рубль еще называют зрячим рублем или рублем с зрячими императорами. И, конечно же, по такой небольшой черте его довольно легко отличить, даже если другие его признаки вы не слишком хорошо
видите, или монета не в самом лучшем состоянии, и многие признаки монеты вы разглядываете с трудом. Но чуть позже мы еще на эти особенные черты обратим внимание. С этой монетой тоже не все так просто. Подавляющее большинство встречающихся экземпляров, ну, скажем, 19 из 20, в не самом лучшем состоянии. Причем даже не из-за обращения, а именно из-за многочисленных следов почистки, ремонта инструмента. Но очень редко, ну, на моей практике было всего трижды, встречаются монеты с прекрасной прочеканкой портрета, совершенно очевидно, начеканенный свежим новым инструментом. Мы можем только строить версии, почему так, откуда взялся этот непонятный третий разновид. К тому же сразу скажу, что внимательное изучение этих монет показывает, что он не мог появиться ни в результате ремонта или какой-либо реставрации инструмента для плоского чекана, ни в результате ремонта, реставрации инструмента для плоского чекана. Совершенно отдельный вариант. Итак, давайте предположим, как он мог взяться. Но первая версия, естественно, при утверждении монеты, скорее всего, были произведены разные варианты базового инструмента, маточников, и потом шло их утверждение. Возможно, один из вариантов не был утвержден. Но небольшое количество монет, опять же, для утверждения, возможно, были начеканены. Тогда речь идет буквально о считанных десятках таких монет. Позже, и тут мы опять же можем вернуться предположительно к чеканке 17-18 годов, этот инструмент мог быть повторно использован, но на монетах, начеканенных таким инструментом, как раз и встречаются многочисленные следы ремонта, подчистки, подгравировки, ну и плохая прочеканка отдельных деталей. Может быть и другая версия. Известно точно, что самые первые экземпляры монеты 300 лет Романовых, без указания, какой из вариантов использовался, но можно предположить, что, скорее всего, плоский или как раз размытый, раздаривались свиты Николая II в самом начале празднования 300-летия, происходивших в городах Ярославль и Ростов-Великий. Ну, тут напомню, наверное, немножечко историю, что окончательное решение о вступлении на престол юный Михаил Федорович принимал, именно находясь в городе Ярославль. Поэтому иногда даже говорится историками, что Ярославль короткое время, ну, буквально две недели, был фактически негласной столицей российского государства. И вот спустя 300 лет, именно в Ярославле начались празднования, связанные с 300-летием, где и были раздарены первые экземпляры. Не исключено, что так называемый размытый чекан, то есть те немногочисленные экземпляры превосходной сохранности, которые все же встречаются и дошли до наших дней, имеют в основе именно те самые императорские подарки в момент начала празднования в Ярославле в 1913 году. Так это или нет, я думаю, мы сможем ответить на этот вопрос, изучая архивы в самом Ярославле, Ярославском музее, изучая его коллекцию, где содержится большое количество именно этой монеты 300 лет Романовых. А пока обращаю ваше внимание, что приобретая или желая приобрести монету рубль 1913 года 300 лет Романовых, смотрите, какой именно из вариантов вам достается, или, может быть, вы захотите иметь в своей коллекции все три, тогда советую вам изучать их отличительные особенности и искать красивые экземпляры. Давайте еще повнимательнее рассмотрим эти монеты. Итак, основной выпуклый чекан. Обратите внимание на высоко приподнятые элементы рельефа, изображающие портреты государя Николая Александровича II и Михаила Федоровича Романовых. Почти зеркальное поле, характерное для полированных монет, хотя в данном случае мы говорим о монете для обращения, но выпущенной, наверное, конечно, с особым тщанием. А вот плоский для нужд коллекционеров здесь рельеф совсем низкий, буквально приближенный к полю, иногда даже в определенных местах
почти сливающийся с полем, но это опять же делает его по-своему интересным, и малейшие повреждения такой монеты, конечно же, сразу приводят к виду затертости, которых на данном экземпляре вы не видите. И, наконец, размытый экземпляр. Обратите внимание, рельеф здесь чуть выше, чем на плоском, но намного ниже, чем на выпуклом варианте. И особо отметить некоторые элементы, о которых я уже говорил. Совершенно отдельная форма креста, не похожая на кресты других монет. Узорчатый ободок вдоль края также имеет окончание, отличимое от других монет. Нижний отчерк портретов имеет прямую линию на других монетах, изогнутый. Ну и, наконец, самое главное, что, наверное, можно уже разглядеть только при большом увеличении, это зрачки в глазах государя. Обращайте внимание на эти так называемые зрячие рубли. Что касается орловой части, она не отличается и на всех монетах, имеет примерно одинаковые элементы. Конечно, если подробно изучать орлов, то можно увидеть у них небольшие отличия, но они не будут столь уж важными, яркими и нужными для выделения разновидов. Еще раз удачного вам поиска и внимательного осмотра монет. Надеюсь, что ваши коллекции будут пополняться этими и другими красивыми монетами, о которых мы еще поговорим в наших следующих беседах. А на сегодня до свидания.